На осеннюю выставку-ярмарку «ТВ-Экспо-2017» съехались компании и предприниматели из Москвы, Санкт-Петербурга, Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, а также Республик Хакасия и Тува. Экспозиция нашей республики представлена из числа местных товаропроизводителей, преимущественно производящих школьные формы и продукты питания. Один из таких участников – гостиничный комплекс «Дуген». Вот такая идея была, чтобы сделать национальный продукт такой, чтобы вот… В принципе, во всех регионах как бы собственное производство есть, да. Ну вот когда вот приехал, тогда как колбасное производство открылось. А вот у меня такая идея была, чтобы консервное производство, как бы это моя стезя. И с одной стороны, это как бы удобно, да, чтобы наше национальное мясо, да, это все упаковать в банки, и человек, который вот, захотел, да, мог себе приобрести. А вторым этапом это у нас пойдет традиционное это блюдо. Зихан будет в банке, да, вот и хан будет. Сейчас пока еще оформление документации происходит, но недели через две, наверное, уже официально тоже начнем продавать. Внимание членов комиссии привлекли тувинские сладости, сделанные из кисломолочных продуктов. В этом году много производителей из Улухемского района и Кызыла. Наш регион на ТВ-экспо представили более 20 предприятий. Учитывая то, что они отдалены, да, от Кызыла, то есть они фактически работают в формате интернет-магазина, то есть заказ по образцам, потом перечисляют им деньги, они присылают посылкой. Необходимо вот опыт вот нашей компании их тиражировать для других предприятий, предпринимателей. Допустим, то, что вот производит предприниматель из войлока, который сделает сами валянием, да, продукцию. Здесь же участники губернаторского проекта «Одно село, один продукт». Каждый из них уже уверенно занимает свою нишу по производству кисломолочной и мясной продукции, кожевенного сырья, а также предоставления различных видов услуг. Среди дебютантов выставки изделия из кожи Сергея Камангуша. В дальнейшем я хочу как бы немножко увеличить, чтобы в Тве было как бы наше собственное производство, что мы как сами могли делать. Хочу как бы нанять еще рабочих. Из Асаян есть представители отраслей строительства, ЖКХ, энергетики, IT-технологий и автосервиса. В последнее время среди тувинских коневодов большой популярностью пользуется компания «Агробиосервис». В республике Тыва очень популярное чипирование спортивных лошадей именно тувинской породы. Поэтому молодежь и люди, которые держат своих тувинских лошадей, они покупают вот эти микрочипы подкожные для того, чтобы идентифицировать свое животное, что это животное породистое, оно прошло тесты, ее чипируют один раз и на всю жизнь остается этот чип под кожей. Участниками планируется подписание соглашения о сотрудничестве. Лучшие экспоненты будут отмечены дипломами и призами. Диана Баймбугусерисховалык, телекомпания «Новек».